В Красноярске дорожные полицейские пересчитали опасные пешеходные переходы. Около 600 зебр после зимы остались без разметки. Только 300 обозначены по нормативам. Еще 36 переходов без освещения. Переходить дорогу по ним ночью опасно для жизни. Несколько таких зебр на проспекте Комсомольский. Устранить эти нарушения обязан департамент городского хозяйства. Гарантийный срок разметки, в общем-то, он менее года, поэтому, наверное, такая вот рядовая ситуация, что сейчас, конечно, после зимнего периода разметку на дорогах города необходимо обновлять. И, безусловно, это будет сделано, это делается каждый год. Традиционно работы начинаются, первые работы по нанесению разметки в конце апреля, в начале мая.